1 июня для двух школ города стал двойным праздником. На территории средней школы номер 4 состоялось торжественное открытие современной спортивной площадки, которая, несомненно, станет очередным шагом на пути открытия новых спортивных достижений. И появилась она тут благодаря участию школы в программе «Олимпийская страна» с проектами создания спортивно-физкультурного центра. Я уверен, что эта площадка позволит дополнительно привлечь к занятиям детей, занятиям спортом, физической культурой и повысить уровень их подготовленность, потому что вы знаете, что сегодня в нашем государстве реализуется комплекс ГТО. А чтобы выполнить эти нормативы, необходимо тренироваться, ежедневно находиться на спортивной площадке. Я уверен, что на этой площадке будет достаточное количество детей, которые будут тренировать силу, ловкость, выносливость, да и просто проводить приятное время. От имени администрации города Новошахтинска, коллективов наших школ, хочу, конечно же, выразить огромную благодарность Олимпийскому комитету России, правительству Ростовской области и региональной общественной организации Олимпийский совет Ростовской области за предоставленную возможность улучшения спортивного оснащения школьных клубов. Тот небольшой, но посильный вклад, который вносит Олимпийский совет Ростовской области, президентом которого является Владимир Федорович, будет и дальше проводить такие же полезные и нужные для людей, для детей и для всего нашего общества полезные дела. Директор школы благодарила гостей за плодотворное сотрудничество и помощи в развитии детского спорта. Когда у молодежи есть возможность заниматься любым видом спорта и есть мотивация, значит и будет достойное будущее. Спасибо за то, что вы подарили нам сегодня праздник. Мы школа поселковая, и для нас эта уличная площадка, она действительно праздник, потому что мы ее будем использовать по полной программе. Руководство города и школы получили благодарственные письма. По поручению Владимира Федоровича Чуба, президента нашего совета, чтобы мы не ехали с пустыми руками, вам, член нашего совета Доцко Владимир Витальевич, вручит набор мячей. Играйте на здоровье. Уверен, что это также будет способствовать физическому развитию. Спасибо. Почетные гости перерезали красную ленточку и тем самым дали старт новым спортивным достижениям. А юным спортсменам в честь праздника раздали мороженое. Вторая школа, которая получила спортивный инвентарь, номер 40. Спортивный клуб «Пульс», центр территории здоровья. У ребят теперь есть возможность заниматься на новых тренажерах. Вам просто так для информации скажу, что президентом нашего совета является Владимир Федорович Чуб, бывший первый губернатор Ростовской области. Вот он просил передать вам от него. Спасибо. Развитие и пропаганда олимпийского движения осуществляется в рамках программы Олимпийского комитета России, которая заинтересована в оснащении детских учреждений новым современным и спортивным инвентарем.